Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов. Сегодня 24 июля, и пришло время подвести итоги, которые проводил Android Country совместно с GamePlan на розыгрыш аккаунта с купленной игрой Modern Combat 5. Так случилось то, что разработчики, точнее GameLoft, выложили ее в Google Play еще вчера, а розыгрыш у нас запланирован на сегодня. Но, тем не менее, давайте разыграем сейчас и посмотрим, что вообще и как. Вот, собственно, объявление о конкурсе было. Нужно было репостнуть вот эту запись. Это в моей группе, но так как это репост из Android Country, то мы возвращаемся теперь в группу Android Country. Вот она, смотрим. 325 репостов было сделано. Почему я снимаю на камеру, а не бэндикамом? Чтобы вы мне не сказали, что это все сфальсифицировано, смонтировано. Нет, у нас все по-честному. Итак, 325 человек участвуют в конкурсе. Так, давайте откроем вкладку. Вот эта вкладочка. Все совпадает, копируем ссылочку. Определять результаты мы будем с помощью сайта bestrandom.ru. Итак, помещаем ссылочку вот сюда. Напоминаю, победителей у нас три. Условием была подпись на группу Android Country ВКонтакте и на группу GamePlan. Так, выбираем трех победителей. Естественно, мы будем проверять, подписаны ли участники, которые выиграли, на обе группы. Итак, давайте приступим. Выбрать победителя. Итак, с Богом. Так, кто же будет первым? Ну, рандом, давай. Так, Виктор. Так, организатор конкурса Android Country, как видите, бросал жребий Юрий. Так, открываем Виктор. Виктор Шедобаев. Давайте посмотрим, какие у него группы здесь есть. Так, Android Country я вижу, GamePlan я вижу. Значит, все условия выполнены, и вот он наш победитель номер один, Виктор Шедобаев. Так, нам нужно бросить жребий еще раз. Что нам нужно сделать? Вернуться, наверное, назад. И выбираем победителя еще раз. Кто же будет вторым? Ну-ну-ну-ну-ну, ждем. Так, Никита. Никита Журо из города Гомель. Так, посмотрим. Android Country, GamePlan. Все, он тоже проходит по всем условиям. Значит, это наш второй победитель. Итак, последний, третий победитель. Кто же им будет? Кто получит доступ к общему аккаунту с игрой Modern Combat 5? Кстати, совсем скоро я сниму уже обзор. Просто не ожидал то, что игра выйдет вчера вечером. Мне уже было некогда снимать. А сейчас вот я освободился. Итак, третий победитель — Евгений. Но прежде чем сказать, что это реально победитель из Днепропетровска, с Украины, давайте посмотрим, подписан ли он на наши группы. Да, и они у него на первых позициях. Android Country и GamePlan. Итак, поздравляем трех наших победителей. Виктора Шедобаева, Никита Журо и Евгения Сафонова. Вы выиграли в конкурсе Android Country. С вами свяжется админ и сообщит вам о вашем призе, точнее даст вам логин и пароль от общего аккаунта с купленной мега крутой игрой Modern Combat 5. Ну что ж, всем большое спасибо за внимание, следите за группой, там, потому что тоже проводятся иногда конкурсы, конечно, не так часто. До новых встреч, всем пока и удачи вам в будущем.